Всем доброе утро. Короче, к нам какой-то кабель пристроился. Не отстает прямо от нас. До луны докапывается. Бади, короче, отстаивает честь. Если это так можно назвать. Бади заборол. Пусть играет. Вот она, доминация налицо. Особенно если учесть размеры кабеля. Два раза больше Бадика. Бади его как этого. Как щенком играет. Похож на маламута. Но он без хозяина. Уже 2 месяца бегает. Ему кто-то его ошейник от блок сделал. Купил. Кулончик вон ему повесили. Так-то прикольный песик. Бади! Бади! Господи! Насильник! Вот, как видите, кобель с незнакомым кобелем. Играет спокойно, без какой-либо агрессии. Да, доминация в любой момент может перерасти в драку. Ну, блин, это жизнь, так и с людьми то же самое. Да, ладно? У Луны у нас предтечное состояние, поэтому я ее не пускаю, чтобы из-за нее драки не было. А она вон сидит обиженная. Ей... Видите, что? Скажешь, что это меня не пускаете? Обижается. Да, Луна. Поругайся. Поругайся. Бадя. Бадя такой довольный. Борцуха, блин. Да, он не ожидал такого напора, скажи, от рыжего. Рыжий он все заборол. Заборол. Он уже бедный, уже все, уже не знает, как от него убежать, господи. Бади его просто. Нет, нельзя, нет. Ладненько, посмеялись и хватит. Бади, пошли домой. Бади, Бади, иди сюда ко мне. Бади, ко мне. Иди сюда. Иди сюда, сидеть. Хорошо. Сидеть, сидеть, ждать. Сидеть, ждать. Все. Ладно, иди еще немножко поиграй. А мы пока двинемся в сторону дома потихоньку. Погода ужасная, ребят. На улице плюс 5 градусов, северный ветер. Поэтому пока ролики на стопе временно. Ну реально вообще руки просто отмерзают. Дождь идет. Ужас просто, погода. Поэтому все наши задумки пока не реализовываются. Сейчас как погода наладится на следующей неделе, обязательно будем делать ролики. Честно говоря, даже вот рука просто отмерзла. Просто что-то вот подсняться, показаться. Ко мне. Стой, стой, сказал. Бади, наверное, его не помнит. Когда Бадик был подростком, он Бадика постоянно обижал. Залазил. Сейчас Бади уже большой. Сейчас уже так не получится. Что-то у нас выпуск двухдневный, ребят, получается. Вышли потренироваться, хозяин, погулять собаки. О, теперь Бади будет доминировать. Не знаю, кто из прошлых роликов помнит. Не, братан, тут без вариантов тебе.
Они тебя съедят. Луна, ну хватит бряхать. Сам пришел? Вот уходи. А то они тебя сейчас... Бадя сейчас тебя это... Оп. Подсадь. Ага. Вот они, выяснение отношений начинается. Бадя. Иди сюда. Бадя, Луна, ко мне. Ко мне. Прогнали. Прогнали своего насильника. Все, Бадик уже вырос. На него, скажи, уже не залезешь. Что-то у нас ребят худеет, короче. Купил корм, немножко подешевле. Какой подешевле? Он дороже. Я покупал банки, консервы для собак про баланс. То есть за банку порядка 160 рублей. И итого у меня 4 банки на двоих собак, получается около 600 рублей, короче, на двоих собак, чуть побольше в день. То есть в месяц, я посчитал, это вообще колоссальные бабки, 14 тысяч уходит на двоих собак. Это полный вообще ужас. И собака, посмотрите, у него ребра появились, я вообще в шоке. Я просто так дома много с ними не гулял, не обращал внимания, это ужас полный. Сейчас будем исправлять, срочно перейдем на мясо, на белковое. Потому что это что-то вообще никуда не годится. А Луненка, смотрите, Луненка вообще в идеальной форме. Ни ребер, ничего нет. Смотрите, какая она прям сбитенькой такая стала. Вот видите, одна собака хорошо себя чувствует, вторая худеет. Так вот не подберешь. Поэтому будем, наверное, все-таки заказывать. Сначала покушаем натуралку, 2 недельки поднаберем. А потом уже перейдем. Вот это ветер вообще ужас. Потом уже перейдем на сухое питание, калорийное, спортивное. Потому что на улице жара, еда будет быстро портиться, натуралка. Лучше пускай сухарики кушают. И отдельно мясо будет подкармливать. Да, бабы? Так-то мы в хорошей форме. Но немножко худовато. И трещи вообще ужасный просто. Просто ужасный. Не погулять ничего, да, батя? А батя ищет. С кем бы ему поиграть, с кем бы побегать. На следующей неделе обещают потепление. На следующей неделе поедем в поход.